знаю, через iPhone вообще какая-то картинка получается, что размыто, но видите, на камера работает. А луна вон прыгает на фоне здания. Такое отражение. На самом деле это вредно смотреть на солнце без очков и, может быть, даже солнечный ожог. Поэтому не надо лучше так делать. Либо через очки. Видите, вон девчонки у нас с офиса, они где-то уже очки раздобыли. В предыдущем видео я их снимал, там в конце видео. Посмотрите. Ну, видите, большинство людей вышло на улицы в Манхэттене, чтобы посмотреть солнечное затмение. Ну, вот такие очки нужно использовать, когда не опасно. Это улица Water Street. Такая одна из центральных в даунтауне. Она пересекается с Брод-стрит, с нашей улицы, и с Уолл-стрит. Вот я добрался до банка. Что может заставить выйти офисных клерков из своих кабинетов? Это солнечное затмение.